Добрый день, мои дорогие! Рада приветствовать вас на моем канале. Сегодня предлагаю приготовить вот такое вкусное блюдо – гречка по-купечески. Готовить будем в мультиварке. Готовить я буду в мультиварке от фирмы GF Grill. Это мультиварка нового поколения с функцией электрогриля. Объединяет в себе несколько функций, включая электрогриль и фритюрницу. Объем чаши 5 литров, антипригарное покрытие. Таймер отсрочки от 1 минуты до 10 часов. Функция отсрочки старта, сенсорное управление, информационный дисплей, 18 предустановленных программ и регулировка температуры до 240 градусов. Жаропрочная крышка, 4 аксессуара в комплекте. Это корзина для фритюра, решетка для пароварки, низкая решетка для запекания и 6 вилок для фондю. Ну и давайте приготовим. По рецепту нам понадобится мясо, гречка, овощи, растительное масло. Весь рецепт я напишу под видео. Для начала нужно разогреть мультиварку. Я наливаю растительное масло и перекладываю мясо. Я включила режим поджарка 20 минут. 15 минут я обжариваю мясо. После этого добавляю порезанный лук, морковь и еще 5 минут все обжариваю. Добавляю соль, специи. Входят сюда душистый перец молотый, лавровый лист и кориандр. Добавляю томаты. Это моя заготовка на зиму, мякоть томатов. Можно добавить томатную пасту или томат домашний. Все перемешиваю. Наливаю воду так, чтобы покрыть все продукты. Выбираю режим тушения 20 минут. Закрываю крышку. Для выхода пара есть вот такое отверстие. Через 20 минут жидкость вся почти выпарилась. Мясо готово. Добавляем заранее промытую гречку. Я ее перемешивать во время приготовления не буду. Сразу нужно разровнять, залить водой из расчета 1 к 2. Закрываю крышку, выставляю режим каша 30 минут. За 10 минут до окончания добавляю миленько порезанный чеснок и также миленько порезанную зелень. Все перемешиваю, оставляю протушиться еще 10 минут оставшихся в программе. Гречка по-купечески готова. Попробуйте приготовить и вы. Буду рада, если вам понравится. Спасибо, что смотрите мои видео. Подписывайтесь на мой канал. Здоровья вам и вашим близким.